долго сидеть, а ты его довольно быстро прошел. Да я бы не сказал, что уж быстро-то. Ну, видишь, тоже, видишь, там, я так понимаю, что его убивать нужно чуть ли не непрерывно по ему стрелять. То есть нужно находить всегда такую точку, чтобы стрелять чуть непрерывно. И находиться при этом надо как не в крае экрана, то есть не в самой левой части экрана, а где-то ближе к самому Что за кораблю. картридж такой? Это флеш-картридж у меня. Вот такой вот флеш-картридж у меня есть. Overdrive N8 Pro. Вставляешь приставочку, нажимаешь кнопочку и вуаля, все работает. Ну, эта штука так-то не нова. У меня предыдущий был простой N8, так он уже у меня почти 10 лет как был. Я ее еще в 2013 году, что ли, купил. Я уже продал и вот купил прошку. Так, окей, ладно, давайте. Сохранением. Ну, тут есть возможность сохраняться. Я вот использовал сохранение, чтобы это, ну, за место паролей. Ау, блин. Отвалите! Так, еще теперь все надо перестроиться после боли и страданий. Просто нудом изничтожение. Погнали дальше, там все равно сплошные иероглифы. Сейчас по-быстрому пройдем. А на оригинальных джойстика играл без кнопок турбо. Как оно? Ну, такое. Так можно играть, но смотря в чё играть. То есть, я сейчас вот, то есть, без турбо играю, например, режим. То есть, тут есть режим турбо. Но, ой, блядь. Я его сейчас, в данный момент, не использую. Да и в баке хер там, отчасти-то он не нужен тоже. Забуцал полы стенли. Ай, блин. Отвалите. Что тут мне навтыкали по полной? Алло, 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 алло. Алло, что там делать-то надо, я уже... Да ты чё? Это тут меня вот этот кардинально наоборот еле-еле выжил. Что-то как-то это. Да блин, после этого все руки дрожат, все дрожит. Конечно, блин. Ну надо пройти. А, быстрая, она короткая достаточно. Я себя прикалывают, как они прыгают, это, конечно, капец полный. Блин. Да
ё-моё. Ау, ушатали. Так, у меня есть Фомико, у меня вот сядет тут на днях. А куда я его дел-то? А, я убрал. Ой. Вот я закончил сегодня Фомиком полностью. Там фанатская плата, даже есть разъем теперь на передней панели, чтобы подключить джойстики. То есть и эти работают. Но если подключать сюда, то надо эти будут отключать, разбирать приставку и отключать их. И уж тогда пользоваться только внешними портами. А так вот получился такой вот Фомиком. Теперь на фанатской плате, то есть все нормально, никаких там колхозов, все работает, никаких полосок, все отлично, и в своем родном корпусе еще добавок. И на родных чипах. Все не допаяло. Отвалите вы. Да блин. Я обходя такой фаник. Ну, хочешь, я тебе его продам. Да блин! Да чтоб вас, а! Пока огни тут не могу себе позволить. Блин, чё? Долги пока огни тут. Ну, печалька. Да что такое-то? Блин, да, после этого боки хер нормально хер поиграет. Я лай забыл поставить. Вот это зле. Да, за это и банят бывает. Да блин. Ладно, я шучу насчет банов.
так, ебнусь. Да блин, чё прыгаешь-то ты? Я же не хотел прыгать. Да блин. Да ё-моё. Я иду, нажимаю вниз, он мне нажимается прыжок. С этого аккаунта поставил, а с основного забыл. Нет тебе прощения за это. Ой, нет прощения. Да блин! Да блин ты нафиг! Вот хачик нам нужен. О. Всем дратути. О-о-о. Здорово. Надо еще хлебнуть. Я до сих пор еще руки это с ума сходят после минус этого. Вот сейчас уровень будет прикольный, блин. Чем контакты платы чистишь? Ничем. У меня проблем как бы с этим нету. Я прошел как-то. Это вообще можно? Да блин, отвалите, уроды. Так ты за пропилом спиртом можешь чистить. Блин! До этой сраной двери. Так, это типа уже босс, да, что ли? А, ну да. Под водной кунг-фу зиганись. Ну так-то несложный, вот только бывает моментами это не получается у меня вот эта тема. Ну, у меня попыток тут много. Thank you.
хотел как-то ласково жену назвать. Говорю, ты где моя толстожопенька? Ну а к зубному я и так хотел. Куасар 17 ровно. О, нихера себе удар! Я и рвали. Да ты чё? Боя пока не протрёшь, игра не пускается, вот мучаюсь. Нихрена себе, два удара! Внутрь, но не из-за пропиловой, а медицинский. Потом бежишь на плату и протираешь. Главное не закусывать линк. Не... Ну так надо слот почистить, а ты чистишь слот или это, или контакты на картридже? Тут больше-то, наверное, будет вина слота, скорее всего, он закис. Лучше спитер внутрь, а не из-за пробилы. А месяц потом дышишь на плату, теряешь главное не из-за... Ну, Саня, у тебя свой такой способ. Блин, ты еще главное додумался, как такую фигню написать, а? ГГ. Да, тут все ГГ, да. Два удара и почти все хп снес. Главное, я его, ему осталось чуточек, у меня полный фулбар, и он мне два удара наносит, мне ни хрена не остается одна хп. Вообще капец было. Это вообще было жестко, жестко. Сейчас я тут пока тут с контактами тут. Думал. Запропил спирт хорошо именно вот эту всю органику снимает. То есть вот эти все окислы и все прочее. Чуть-чуть не сломали. Картридж слот не подлез, боюсь повредить контакты. Лёха, ну, подай мне ту хуйню. Есть да такое? Нет, хуйню, а вон ту хуйню возле той хуйни. ГГ. ГГ. Тут как на геймбое, блин, у меня нет геймбоя, я не знаю, как там выглядит все это, слоты, все это. Ну, конечно, там смотреть, там, скорее всего, только уже не хватает обычно. Ну. Свезло. Это скиллуха, не свезло. Это скиллуха. Ой, блин. Да. Все, с этим мы прошли. Все, красота. Все, свободно. Так, ну чё? Вроде есть народ, может, чё там? Рубрика «Издёвые игры». Может, кто еще издевое предложит, чтобы так пробежать без всяких ферстранов.